Всем привет! Сейчас жара и собака вот так отдыхает под столом. И вообще хочу рассказать, как позавчера, ну или на днях, там пару дней назад, встретил лису. Причем лису встретил у себя во дворе. И в принципе ничего-то, как бы ничего особенного, то есть просто выбежала лиса, а я присел с собакой на лавочку, там часов в 12 где-то ночи, посмотрела на нас и побежала дальше. И после нее, что самое интересное, прям сразу, там буквально через 2 минуты, выбежал ежик на дорогу. И к чему я это рассказываю? Камеры у меня с собой не было. Я бы, даже если и была, то есть я бы не успел бы заснять. То есть это все быстро произошло. И у нас на районе было 3 сада яблоневых. Реально, я не знаю, сколько метров, но много. То есть я думаю, там больше, каждый сад там намного больше 100 метров, как бы вот так, если через него идти. То есть это реально такие, ну скажем, огромные сады. И после того, как их вырубили и начали строить, вот что я, кстати, хочу еще рассказать-то. У нас есть лес. И раньше ты подходишь к лесу, и уже воздух свежий. Такой приятный свежий воздух. Но сейчас, чтобы почувствовать вот этот лесной воздух, нужно пройти метров 100 вглубь леса. То есть, как только убрали вот эти сады, сразу же вот этот вот воздух, такой лесной свежий, пропал. И вообще мое мнение, что это жестко. То есть вырубать сады, чтобы строить дома. Причем, ну я считаю так, что надо строить на каких-нибудь пустырях дома, а не вырубать, короче, растительность. Даже если там далеко вести эти коммуникации, подключать там все. То есть я такого мнения. Потому что вот к чему это рассказываю, то, что вырубили сады и лисы и ежики бегают вот во дворе жилого дома. И еще что хочу сказать, то что раньше лес, он был, скажем так, густым каким-то. То есть более, знаете, таким насыщенным. Как только здесь уже стали застраиваться, лес превратился, ну, это вроде лес, а вроде уже и не лес, какие-то везде тропинки. Уже нет такой растительности пышной. То есть везде как-то не то, что грязно, но, короче, он изменился. И изменился именно не в лучшую сторону. То есть вот это мои размышления еще на тему того, что когда на одном клочке земли слишком много людей живет, это не очень хорошо. Вот такие вот размышления. На этом у меня все. Всем пока.